Анапский роддом закрывается на 2 недели на санитарную обработку. Об этом сегодня сообщили в городской больнице. С 7 по 21 ноября в родильном отделении будет проводиться плановая дезинфекция. Это обязательная ежегодная процедура, во время которой тщательно обрабатываются и дезинфицируются абсолютно все помещения и оборудование. Не стоит воспринимать временное закрытие роддома как излишнюю перестраховку, так как данное мероприятие в первую очередь направлено на заботу о здоровье новорожденных, а также будущих и состоявшихся мам. Тем более, что на этот период будущим мамам Анапы предоставится возможность обслуживаться в краевом перинатальном центре. На период закрытия роддома все наши женщины, беременные и родильницы будут госпитализироваться в перинатальный центр города Новороссийска, там, где будет им предоставлена вся необходимая помощь при беременности и во время родов, и в послеродовом периоде. Значит, на период закрытия будет действовать отделение здесь у нас в роддоме на первом этаже для оказания экстренной медицинской помощи. То есть, если женщине будет необходимо оказать экстренную помощь и нет возможности транспортировать ее в город Новороссийск, это будет оказано здесь. Здесь будет дежурная бригада, дежурные врачи, анестезиологи. То есть весь необходимый объем будет оказан в нашем роддоме. Гинекологическое отделение будет работать в штатном режиме. Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам скорой помощи или горячей линии управления здравоохранения.